Сегодня главная тема для обсуждений – закрытие зимней Олимпиады, которая состоялась вчера вечером. Теплый, живой и гостеприимный Сочи останется в памяти гостей и участников главного спортивного события четырехлетия надолго. Кстати, сегодня кировчане могут увидеть сочинский подарок. Он живой, теплый и очень симпатичный. У дрессировщиков из национального цирка Египта, который выступает в Кирове, появился новый питомец – тигренок. Это подарок сочинского зоопарка. Репортаж Кирилла Солятина. Полугодовалый уссурийский тигр Осус прилетел в Киров из Сочи около 2 недель назад. Тигренка передали в дар Хамаде Кути из сочинского зоопарка. Первое представление – игра с элементами дрессировки. Будущего величественного хищника полиэтиленовый пакет на конце шеста в руках дрессировщика пока привлекает даже больше, чем лакомый кусочек мяса. Я счастлив очень сильно, потому что я люблю маленькие животные. Он пока не знает манеж, пока играет, поэтому я стараюсь, что он играет каждый день, конечно. Но сегодня просто он утром не играл, поэтому он видел просто все камеры, и это все испугалось. Поэтому он хочет играть и не хочет, и даже смотрит сюда-туда, интересно у него, потому что он не первый раз, он не знает это. Сейчас рано говорить о номерах, к которым Хамада Кута будет готовить своего нового подопечного. В ходе дрессировки станет понятно, что животному удается лучше всего. А пока тигренок только привыкает к манежу и дрессировщику. Он здесь уже с нами, уже привык на другие животные, другие мои, уже привыкал на мои люди, привыкал на меня чуть-чуть. Он вообще, когда привезли, вообще, если кто-то ему подходил, он сразу лапа ударит или кричат. Но сейчас у него даже чуть-чуть легче. Я стараюсь, что он просто меня не боится. Он будет понимать манеж, понимать мясо, понимать, что такое, так потихоньку. По словам Хамады Куты, как скоро тигр начнет принимать участие в настоящих представлениях, зависит от способностей животного. Но, скорее всего, уже через полгода Осус сможет выступать перед большими аудиториями. Кирилл Сосолятин, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.